А сейчас тебе нужно построить нормальную пиццу. Подписчики должны оценить твое кулинарное мастерство, понимаешь? Хорошо, строй пиццу. Вообще без проблем. Если построишь писюн, я тебе его отрежу, честное слово. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафт». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам мы продолжаем троллить друг друга. И вы прекрасно знаете, что нужно делать. Лепить огромнейший палец вверх и на мой видос, и на видос Евгения. Сразу 15 тысяч лайков, сразу выходит новая серия троллинга. Вы же любите троллинг? Любят? Они любят да, троллинг? Да, я люблю, обожаю троллинг. Ты раз, обожаете? Троллинг. Ну давайте лайкусики, лайкусики. Погнали. Хэштег любим троллинг, поехали. Что у меня сегодня будет за карта, вы меня спросите, а я вам не скажу, точнее скажу, для этого мы тут и собрались. Пицца. Жека будет делать пиццу, Жека будет собирать ингредиенты в каждой части моей карты, и в конце концов он сделает пиццу, вкусненькую пиццу. Мы даже сегодня жрали пиццу, это очень плохо, пицца это вкусно, но калории это очень плохо. Что-то я загорелся на самом деле. В общем, вся суть моей карты — это сделать пиццу. Больше ничего. Банально, но зато интересно. Я вам это обещаю. Поэтому, ребята, обязательно не перематывайте, а обязательно досматривайте этот видос до конца. И ставьте лайкусик, ребята. Пожалуйста, это не сложно. Один лайк. Если сейчас кто-то поставит лайк, вот прям обещаю, после просмотра этого видоса закажу тебе домой пиццу. Поэтому обещаю просто. Лайк и досмотри до конца. А мы сейчас будем начинать, продолжать. Сначала пойдем к Евгению, потом вернемся на мою карту. Поэтому погнали, погнали. Ну шо? Ну шо, Эдисон, Эдисон, подожди. Ёпты, подожди. Здрасте, апа, апа, апа. Здрасте, давай. Ты шо, акробат пришел. Короче, давай, давай. Эдисон, я не знаю, что тебе говорить, скажу тебе, что... Не знаю, что ты, потому что ты писька. Вот, заходи, заходи. Нет. Слова обратно свои возьми, слова обратно возьми свои. Ладно, извини, извини, Эдисон, я не так... Скажи, Эдисон не писька, Эдисон не писька, скажи. Эдисон не писька. И Эдисон ничего не показывал, скажи. Так, Эдисон, это моя карта для троллинга. Скажи давай, ничего не показывал. Разошел. Ну хорошо, хорошо. Я с тебя вытащу эти слова, ну, ну, хорошо. Эдисон, это твой дом, заходи, заходи в свой дом. У меня не такой дом, ты что врешь? Ты что врешь? Это твой дом, Эдисон? Да не обходи его, заходи в дом, боже ты мой. Да я смотрю, никто ли за мной не следит, там сзади дома какая-то подслушка, прослушка, понимаешь? Заходи, заходи, заходи быстрее в дом, Эдисон, заходи. Эдисон, пожар! Эдисон! Выходи! Выходи из дома, быстрее! Куда, куда бежать? Куда бежать? Какой пожар? Где пожар? Быстрее, сюда, сюда, быстрее, беги, беги! Портал, 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 портал! Я ничего не вижу, что, Silent Hill какой-то? Эдисон. А что случилось? Что произошло? А что такое? Эдисон. Ты умер. Да не может быть, а я тут. Когда ты умер? Тебе смешно, я умер, а тебе смешно? Мне не смешно, Эдисон, мне грустно. Ты не смог спастись от пожара, ты умер. Так я, а где, а что я делал, в смысле, вот я вот тут, я за компом. Ты дух. Ты дух? Да. Ты дух. А чё? Эдисон, ты умер, вот твое тело. Не надо смеяться, ты дух. Эдисон, ты умер, ты понимаешь? Я не знаю, что теперь тебе делать, я теперь не... Эдисон, Эдисон, привет, привет! Привет, я Купидончик, привет! Ты ангел-хранитель, придурок, Купидон, это бог любви, мне не нужен бог любви! Я не хочу любить, я хочу ангела спросить! Иди в страх! Эдисон, ты умер, Эдисон, вот твое тело, ты умер, ты на самом деле умер, но есть выход, есть решение! Есть выход, опять давай, помогай мне, давай спасай меня, спасай! Есть решение, но оно очень и очень как бы грустненькое. Ой, тебе придется отправиться в рай. Ты понимаешь, что я уже умер, дебил? Тебе придется отправиться в рай, потому что ты умер. Потому что ты же не хочешь тут бродить по свету. Беги в рай, беги, беги. Куда ты? Не туда бежишь. Мне кажется, тебе нужно немножко не туда. Мне кажется, тебе нужно... Где я? Тебе нужно в рай. Тебе нужно в рай. Куда ты? Где? Я чё, ни хрена не понимаю, что сейчас произошло, но окей, вот, так. Тебе сюда, в рай нужно, в рай, заходи в ворота, ворота, заходи. Ворота, ворота не работают, не работают твои ворота. Пароль, понимаешь? Пароль, нужен пароль, нужен пароль, Эдисон, Эдисон, пароль. Пароль, Эдисон, Эдисон ничего не показывал пароль, понимаешь? Не, Эдисон ничего не показывал. Эдисон ничего не показывал. Я не знаю, там Эдисон, так написано. Эдисон, там так написано. Понимаешь, ты сейчас находишься в раю. В раю говорят только правду, Эдисон, ты понимаешь? Я понимаю, Эдисон ничего не показывал. Держи. Ну, давай, я прочитаю, давай. Вот, Эдисон показывал... Ну, я тебе не буду, ты должен сказать пароль. Эдисон ничего не показывал, такой пароль.
Ты понимаешь, ты будешь в аду гореть. В аду гореть. Эдисон ничего не пока... Ничего там, понимаешь, написано. Эдисон ничего не показывал. То есть, подожди. Ты хочешь в ад? Ты хочешь предать своего Купидончика? Купидончик, мне кажется, ты всем врешь, потому что я ничего не показываю. Я, может, лучше знаю, чем ты. Нет, подожди, ну в смысле? Ты, подожди, давай начнем с того. Ты свечку держал? Или что? Я твой ангел-хранитель, я все знаю, понимаешь? Я Купидончик. Так я не... Может, ты мне показывал что-то, пока я спал, но я ничего не показывал, понимаешь? Я ничего не... Да я ничего не показывал. Я-то видел все, какой-то... Я все про тебя знаю. Чтобы попасть в рай, ты должен назвать пароль. Я ничего не показывал, а ты показывал. Так, ты, то есть ты не хочешь... Короче, Купидон... Ты не хочешь в рай, да? Ты не хочешь в рай? Да, все, хватит, давай, почипизили отсюда, пошли. Да, твою-то мать! Не сюда, тебе сюда, вот, ой. Еще раз ты пэхни! Вот сюда тебе нужно, вот сюда. Да куда, вот сюда. Да я уже пройду эту сраную дверь, ща я нахрен выломаю. Тебя не вижу. А, вот ты. Ну ладно, сейчас я... Я уже сам выломал. Что ты делал? На тебя положиться нельзя, понимаешь? Я ничего не показывал, я тебе еще раз скажу. Ничего я не показывал. Да. Ты уверен, что ты ничего не показывал? Да, я ничего не показывал. Да не сюда, это мое место. Я тут это... Дешевая шаурма, хот-доги, спиннеры, хуйни. Подожди. Слушай, Эдисон, ты понимаешь, то вот посмотри направо. Вот это поезд, который увезет тебя в рай. Вот, но в рай проходят только те, кто чист душой, понимаешь? Я чист душой. Ты меня только что обманул, ты вначале должен признаться. Я ничего не показывал, мать твою, вашу мать, я ничего не показывал, я тебе еще раз говорю. Ничего не было. Так, ладно, хорошо, ты то есть не хочешь признаваться, ну хорошо. Да ладно. Ничего не было! Хорошо, ладно, так уж и быть, я тебя пропущу из-за этого, но ты еще кое-что плохое сделал. Сложно. Ты кое-что плохое сделал, сложно. Эдисон. Что я сделал? Туда проходят только те, кто чистый душой. Что я сделал? Ты троллил. Жеку троллил. Нет, это благое дело, поэтому тут все хорошо. Я прохожу, значит, да? Подойди поближе, я так не могу с тобой разговаривать. Подойди поближе. Вот сюда подойди. Да, ты молодец. Тут... Ближе ко мне. Да куда ближе? Я не могу ближе, я уже упираюсь в стенку. Я не могу, у меня руки маленькие, видишь, я пропуск хочу тебе дать. Ближе подойди. Это что, оно? Ты меня... Нет, поближе. Не. Я тебе пропуск дам. Да я не могу ближе подойти, тут стенка, понимаешь? Вот, молодец, тут тоже сойдет. Пока! Единственное, что там где-то что происходит? Не знаю, меня колбасит тут по полной. Что-то там происходит? Оп! Что ты делаешь? Не ломай тут ничего! На кнопочку жми! Ты все поломал, понимаешь? Я ничего не понимаю, какая мать его кнопочка? Где тут кнопочка? Где? Вот на руку кнопочка! Вот не ломал бы ты ничего, вот смог бы нажать на кнопочку. Ты понимаешь, что колбасит? Да я понимаю, что колбасит! Так, да? Я нажал... Опа, подожди, опа! Подожди, сейчас. Опа! Да я нажал! Ой, прям сердце заболело, подожди. Мы с тобой вернулись. Прошлое, чтобы ты исправил свои ошибки. Помнишь это? Ничего. Помнишь, что это? А что это такое? Напомни. Понимаешь? А что там? Ты убил ее. Ты ее сам сейчас грохнул! Не, это ты, я дух, я это да, ты... А, значит, мы помнишь вернулись. Помнишь это? Я понял, то есть это вместо меня ты грохнул тогда в прошлом, сейчас в будущем, сейчас в теперь, в нынешнем, понимаешь, вот тогда ты переместился, вот сейчас помог мне убить, и я тогда ее даже не трогал, вот как оно было! Я тебе расскажу, сил паршивец мелкий, понимаешь? Нет, ты все неправда. Все правда, ты, на самом деле. На самом деле, ты троллил постоянно Жеку, вот тут бедный Жека сидит, видишь, Жека? Давай еще себе пожалей, давай. Пожалейте. Чтобы искупить свои грехи и отправиться в рай, ты должен извиниться перед Жекой. Я не буду. Если я бог троллинга, почему я должен перед кем извиняться, если я его троллю, а? Когда ты будешь гореть в аду, понимаешь? Потому что я этого бедолашку троллил. Да, ты троллил бедного Жеку, понимаешь? Он меня тоже троллил. Ничего подобного? Он у меня троллил. Если ты про меня все знаешь, ты про него тоже все знаешь. Если вообще братья-близнецы, как бы ты не заметил. Ты просто жирный, как пельмень.
Ты снимал штаны и бегал за ним, такое запрещено на дроинке. У меня-то вообще-то штаны есть, я ничего не снимал. Ну это просто, понимаешь, что тут время остановилось, вот потом было ужасно. Да, потом не, я там руками шевел. Жека все помнит. Короче, я понял, кто звездит. Ты понимаешь, что у меня сердечная травма, душевная травма осталась. Ой, понимаешь? Бедненький, дай тебя я по головке поглажу, бедненький. Давай, ты... Ой, какой бедненький! Да, вот именно, ты туда и летишь. А, вот! Если не хочешь дня, я гори в аду! Это ты, Гарри, а почему я должен перед тобой извиняться, если тебя троллим в каждой серии, а? Ты передо мной должен извиняться. Ты должен извиняться передо мной, понимаешь? Извиняйся. Я ничего не показывал, извиняйся. Ты все показывал. Ничего не было. Моя душа чиста, мои руки чисты. Чуть не умер. Че, опять тролли, дай меня будешь опять? Здесь мало ты вас горел, да? В общем, иди сюда. В общем, ситуация какая, ситуация, понимаешь? Ты скоро будешь жирный, как пельмень, да? Вот. В смысле? Не понял. Потому что мы с тобой недавно... Да. Потому что мы с тобой недавно кушали пиццу, да? Пиццу. А ты очень... А я прям... Да, я тоже буду. Жек, я чуть проголодался на самом деле. Я тоже пиццу. Опять? Вы понимаете, да в смысле опять? Мы заказывали пиццу, но этот подонок всю сожрал пиццу, а мне даже кусочка не дал. Вообще неправда. Есть материалы, все зафиксировано на телефоне, понимаешь? Поэтому, Жек, мне нужно сейчас ингредиенты добыть, чтобы накормить друга, потому что друг умирает просто с голоду, понимаешь? Я с тобой хотя бы поделюсь, не то, как... Хорошо, а что мне нужно для пиццы? Мне нужно тесто, тебе правильно? Тебе нужно тесто, и плюс к этому всему тебе еще нужно... Я люблю пиццу с ананасами, ананасы, тебе еще нужны ананасы. А это не ананасы. Ананасы тебе нужны. Смотри, ананасы, сыр тебе нужен, и мясцо тебе нужно, понимаешь? Хорошо, понял, осознал. Осознал вину, брат, больше так не буду. Да в смысле? Да в смысле, ёханый бабай? Сейчас, я перепрыгну. Сейчас тебя пом... Да шо ж ты такой дурак-то? Ты спанпой поставил? Короче, Жека, я хочу пиццу на самом деле, очень хочу, честно тебе скажу, очень. Паскуда. Короче, тебе нужно найти нужную хрюшку, тебе нужно найти, убить её. Мне ещё перепрыгнуть нужно. Ну так ты давай перепрыгивай нормально. Тебе нужно найти... Да в смысле? Да ты дурак, Жека, берешь такой, ипа, и перепрыгнул, все. Вот, хорошо. Молодец. Нужную хрюшку, да. Находишь нужную крюшку, находишь нужную, и она тебе дает мясо. Но не все, тут очень плохие крюшки, ну, большинство. Тебе нужно найти нужную. А как мне их различать? Какая нужная? Рандомно, какая просто. Методом тыка. Такс! Ну шо, паскуды свинтусы. Так, сейчас, подожди. Ага, вот это. Нет, не угадал. Хрюха поганая. Да нет, на самом деле ни одно нет нормально, мне кажется. Думаешь. А где такое мясо? Где тут мясо? Да, нужно... Что, дурак, Жека? Мясо, вот, да. Мясо такое, ой, для пиццы, как бы сошло это мясо? А если там... Ну, нет. Это не считай, это декор. А, вот, мясо. А что там было? Я не понял, куда я тыкнул, там, но... Там что-то было? Не... Молодец, так, мясо для пиццы у нас... Да ёпсель-мопсель. Так, мясо для пиццы у нас уже есть, хорошо, для пиццы да, есть. Отлично. Так, холосо, сейчас давай ананасики добудем. Ананасики тут где-то должны быть, понимаешь? Давай, будем вот добывать бог, ананасики. Нету там ничего. Так, ананасики нужны, ананасики. Ананасики, сейчас найду. Ща. Где ананасики? Ананасики, где ананасики? А куда ты смотришь? Я не знаю, на деревья должны быть, наверное. А, то есть ты... ну да, ананасики же типа на деревьях, да, растут? Я не знаю, где они растут. Нет, на земле? Рука-лицо просто, рука-лицо, понимаешь? Я живу в земле, я не знаю. О, нашел ананас. А, то есть... Плюс на видос кто знал, что ананасики в земле растут, да? Ну да. Тебе нужно найти 5 или 6 ананасиков. Что? Я думал, что я уже все... Нет, ты что думал, я тебя так просто отпущу? Сколько? 5. Все, ну хватит пять. В общем, иди сюда, подожди. Тут живет, паскуда, дядя Федор живет. Вот, у него самая лучшая тесто. Тебе нужно найти пшеничку и обменять тесто. Я знаю, где пшеничка, я видел ее. Да? Блин! Так иди сюда. Так там я тоже могу собрать. Так иди сюда, нет, через то ты не можешь собрать. Тут я сейчас упаду. А, там сейчас упадешь, ну хорошо. Раз ты так додумался, да... ну...
Так где ты, мать твою? Хватит уже умирать! Ну потому что ты невидимые блоки свои поставил, я не знаю, где они. Иди сюда. Иди сюда. Ладно, так уж и быть. Вот смотри. Я тут подскажу тебе, тут можно пробраться внутрь. Ты можешь? Вот. Молодец, Я тебе буду больше еще верить. Да в смысле? Там можно пробраться, просто не нужно сразу падать. Дядя Фёда там ловушек настроил. Ничего мне делать. Да вставай. Да я сейчас встану и все. Тебе нужно встать на кресло, а не идти назад, понимаешь? Давай. Я встаю и сразу падаю. Так, тебе нужно встать и тыкнуть опять на кресло, понимаешь, чтобы встать на кресло. Да в смысле, как, блядь, встать и снова тыкнуть на кресло? Ты вообще псих, что ли, ненормальный? Встаешь, тыкаешь на кресло, и потом сможешь перепрыгнуть вот эту ловушку с лавой. Встаю? Ты что, ты издеваешься? Я только что этот метод придумал, поэтому я не знаю, рабочий он или нет, но... Встаешь, тыкаешь, а какая разница? Я сел на кресло и встал с кресла, и снова сел. Вот я снова сел, встал и все равно встал в лаву. Говорю, я этот метод придумал только что, 2 секунды назад, поэтому я не знаю, рабочий он или не рабочий, но... Можно проверить? Ты, конечно, прикольный! Можно проверить? Ну хорошо, дядя Федор, конечно, ловушек тут настроил, паскуда, зараза, да? Вот. Писька. Ну вот, я вижу, что пшеницу, может, да. Я отсюда можно как-то... А что там есть? Что там пшеница какая-то есть? Там какая-то пшеница там есть непонятная. Что там есть? Что там есть? А, что там есть? Что там есть? Что там есть? Что там есть? Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа! Отжималки! Оп-оп-оп, отжималки! Что там есть? Ничего я понять не могу. Слепой, отжималки! Что там есть? А! Опа! Офигеть! Я не понял, у тебя тут везде свинтусы агрессивные. Тебе нужно 10 пшеничек, понимаешь? А свинтус падла? Свинтус падла, но я его задержу, Жека, ты можешь рассчитывать на меня! Он меня даже на стуле убил, я думал, я в безопасности. Я его задержал, свинтус не пройдет, давай быстро собирай. Собирай лаву тут. Собирай пшеничку, давай быстро. Да я ебанал эту лаву, ну ты заколебал своими блоками. Че ты там хотел сказать? Да я еб... Кого? Че ты там? Так ничего я не хотел сказать. Пшеничку, да я задержу свинтуса, держу задницу его, давай, быстро. Собирай. Паника, у меня паника, 12. Сколько? 12 пшениц. Так, хорошо. Ты заметил, что там на огороде кто-то еще был? Тебе нужно обменять пшеницу. Тебе нужно обменять пшеницу на тесто у дяди Федора, понимаешь? Да. Слепошарый там чувак был в огороде. Пошел в сраку. Да не тот срак. Аааа, паскудник. Ты дурак слепой, вот чувак перед тобой стоит, Джека, мать твою. Да где? Где? Вот сейчас я ТП же, где? Вот. Где? Вот. Дебил. Понимаешь? У меня паника, блядь. Вот он, да, вот так. Вот отсюда, да, вот так, тыкай на башке. Далеко. Нет. Тесто. Ага, пошел в срак, он говорит. Ты можешь поменять? Пшеницу на тесто, давай быстро! Да, все. Все, давай, побежали, давай, быстро! Этот человек никогда не учится до своих же. Ты издеваешься? Да, слушай, я прыгаю. Короче, побежали! Сыр, давай, сыр! Сыр! Да зачем ты пьешь? Иди сюда, сначала тебе молоко нужно. Молоко тебе нужно собрать! Тебе нужно брать. Держи молоко, давай, собирай! Все, собрал. Собрал, молодец, сейчас его нужно перемешать, давай сюда. Быстренько тыкай, молодец, дальше. Ага, что это такое? Вот, оно у тебя там понемногу сбалтывается, сейчас мы туда добавим всякие, да, вот. Ты пока тут потусуйся, ну, где-то полчасика, пока он там нормально так взболтается, поймаешь? А потом мы добавим там... Нет, его сначала нужно перемешать, к сожалению, блендера у нас нету, понимаешь? Поэтому взбалтывай, хотя у тебя, наверное, так масло получится, а не сыр, но все же, хорошо. Да, поэтому давай вытаскивай меня отсюда! Тебе нужно кнопочку найти, нужную кнопочку. Да, то есть, я раньше это испытание не мог пройти с одной кнопкой, ты тут решил перепоставить 25 кнопок. Кнопочку найди нужную. Какая из них нужная, скажи мне, пожалуйста. Любая. Да? Кнопочку найди нужную. Найди кнопочку.
Найди кнопочку. На какую кнопочку? Кнопочку. Сколько времени прошло? 30 секунд прошло. Так, хорошо, еще где-то 3 минутки. Может тебя помочь, потом я тебя вытащу. Найди кнопочку. Не, давай ты меня сейчас вытащишь, не надо. Так, еще 20 секунд. Найди кнопочку нужную. Кнопочку нужную. Да, никакой кнопочки нет. Там есть нужная кнопочка, есть вот там справа посередине, слева снизу. Справа посередине, спасибо, да. Где справа посередине? Справа посередине. Так, еще 10 секунд. Так, часы нормально ходят. 10 секунд. Так, хорошо. А, нет. Нет, еще можно, еще минутку. Можно? Хорошо. Ты там взбалтывай. Хорошо. Ладно, Евгений, тут у меня такое дело к тебе. Пиццу. Быстро, иди сюда. Пиццу, ага. Так, зараза, иди сюда. Так, давай, нужные все ингредиенты сюда. Давай. Давай, быстренько выкидывай. Что там, тесто, сыр там. Что у тебя есть? Сыр, ананас, сыр, да, вот сыр. Ага, все есть, мясо, все есть. Давай, приправы, укроп, петрушечка, соль. Давай. Хорошо. Так, держи. Я их перемещал. Перемешал. Так, иди сюда. Держи. Глину, да, давай, вот заходи. Придурок, ты сейчас пиццу сам будешь делать своими руками. Так, щеглы. Сейчас сегодня мы с вами будем учиться, как варганить пиццу. Давай, поехали. Строй пиццу на свой вкус. Все подписчики будут оценивать. Я, в принципе, я честно тебе скажу, я так и знал то, что это выйдет. Но, Жека, в том прикол то, что серьезно, вот сейчас, в этой серии нужно быть серьезным. Поэтому вот тебе, придурок, наказание. А сейчас тебе нужно построить нормальную пиццу. Подписчики должны оценить твое кулинарное мастерство, понимаешь? Хорошо, строй пиццу. Вообще без проблем. Если построишь писюн, я тебе его отрежу, честное слово. Поэтому давай, строй пиццу. Что за предъявы, угрозы? Потому что человек в первую очередь, ему говорят, строй пиццу, он в первую очередь строит писюн. Это не пицца. Чё у нее с корочкой? С малинкой. Писюнковая корочка. Специально не дожарилась, понимаешь? Писюнковая корочка, да, специально. Ну, это ты для себя делаешь и для меня, поэтому не забывай, тебе нужно как-то... Я не буду ничего ломать, поэтому давай. Что, вовсе закончились? В смысле закончились? Я тебе там... Ты что, придурок, Жека, ну ты вообще издеваешься? Очень закончить. Ну хорошо, так уж и быть. Я тебе еще дам 30. Давай строй пиццу строй. Ой, мама мия, пампалалия, какой запашочек какой пошел. Я тебе дальше помогу ее построить. Нормальную корочку, не вот эту. Мама мия, пампалалия, какая. Это что за сиська на пицце? Ты ее должен украшать, у тебя там укроп. Это хачапури, тут желток, понимаешь? Я хочу пиццу, не хочу я твой хачапури. Опа, что это теперь? Пиццу. Ай, какой запашок, мама мия, какой запашок! Украшай пиццу. Ой, Жека. Ой, какой запашок! Жека! Чё тебе надо? Сейчас, подожди, стол успокоится, то я слишком его подрюкал. Жека, подожди, вот так. Жека! К нам дверь ломится, ты понимаешь, у нас такой, мама мия, запашок пошел, то, что услышали вот это, пельмешурчики, жерчапурчики, услышали, и сейчас к нам дверь ломится, хотят жрать твою пиццу. Жека, иди сюда. Пусть отдвоим пиздюн построим. Давай. Так. Ща я им построю, подожди. Да не надо, ну давай, быстро. Ща я не буду жрать пиздюн, все под контролем, все будет. Молодец, так. Сейчас придут пельмопурчики. Да, Жека, готовься! Жека, сзади, спереди! Жека, готовься! Да что такие, Жека? Понимаешь, тебе, да какие пиццу? Нужно пиццу свою защищать, нет, Жека! Нет. Давай! Погнали, Жека, давай, пиццу защищать! Пиццу защищай! Я так и не попробовал на самом деле пиццу, потому что она у тебя не какущая, понимаешь? Да. Ты не повар. Ты не повар, я тебе открою страшную тайну. Ты не повар. Обижайся, не обижайся, но это так. Я, честно, я давно должен тебе было это сказать. Ты даже когда воду обычно наливаешь в стакан, она у тебя не вкусная получается. Я все понимаю, на правду обижаются, но, Жека, так уж и быть. Честно, так и есть. Ну, хорошо. А Жека, на этом мы, наверное... Да так громко! Успокой свою пукалку вот эту! Ты сам не ее дал! Успокой! Моя игрушка! Успокойся.
Успокойся, Жека, успокойся, понимаешь? В общем, ребята, мы сейчас с вами будем начинать за окончить. Ты меня запутал, паскуда, понимаешь? Ребят, мы же будем начинать. Мы сейчас будем заканчивать прощаться, начинание, заканчивание. Ночевать. И ночевать мы тоже заканчение серии. Ставьте огромный палец вверх, как я уже сказал, и на мой видос, и на видос Евгения. Набираем 15 лайков на обоих видосах в сумме. Лайков, если вы не умели считать. Вот. И сразу же выходит новая серия. Да, троллинг. Да, еще нужно подписаться на наш канал. И нужно подписаться на наши инстаграмы. Там в описании есть ссылочки, там просто мы вообще. Вообще там на самом деле очень красиво. Да, вы зайдите, посмотрите. Изумрудные поля, бриллиантовые речки, это все в описании. Заходите. Это вообще, да. Где нас нет, там все круто. Поэтому спасибо вам огромное за просмотр, всем удачи и всем пока.